поддал газу и наехал на несовершеннолетнего пассажира автобуса. Сотрудники Иркутской ГИБДД разбираются в деталях очередной аварии с участием общественного транспорта. Инцидент произошел на улице Трактовой. Водитель муниципального автобуса решил высадить пассажира в неположенном месте. Молодой человек явно куда-то опаздывал и, не посмотрев по сторонам, выбежал из салона. В этот момент на соседней полосе двигался внедорожник. Водитель японской иномарки наехал на 16-летнего парня. На кадрах видно, как молодой человек, сильно хромая, дошел до тротуара. На шофера автобуса уже наложили административный штраф за нарушение правил остановки. А вот водитель внедорожника покинул место ДТП. Правда, ему это не помогло. Разыскать удалось достаточно быстро. Сейчас проводится проверка по факту этого ДТП, в ходе которых будут установлены все нарушения, которые могли быть допущены лицами, участвующими в дорожно-транспортном происшествии. В зависимости от того, какие травмы и будет ли травма у молодого человека, может быть возбуждено дело об административном производстве по статье 12.24. И что водитель может быть? Штраф либо решение.